Татьянин день – еще один повод обсудить проблемы студентов. А кто лучше в них разбирается, чем сами молодые люди, учащиеся многочисленных ивановских вузов? В субботу в научной библиотеке прошло обсуждение стратегии развития молодежи до 2025 года, проект которого был подготовлен не так давно на федеральном уровне. Это и вопросы проживания студентов, здоровья молодого поколения, семьи и семейных ценностей. Цель в том, чтобы посмотреть, как соотносится федеральный уровень молодежной политики с региональным и городским и с тем, что следует, какие точки, обозначенные в стратегии, стоит привнести на Ивановскую землю, может быть, что-то конкретное, целевое, именно наш региональный аспект стоит внести уже в предложенный проект.